Так, на сцену выходит автор-исполнитель Алексей Хромов, а за роялем Алена Рачкулик. А есть это фнуёк? Нормально, без снурка. Ну и ладно. Живую. Она потеряла память. Ее целовал совсем незнакомый парень. Ее телефон был полон чужих фамилий. Ни цвет, ни фасон, как будто уже не шли. Писал на месяц режим постельный, гулять по часам, блюсти рацион раздельный. Но что ей лежать, ведь если ты все забыла, тебя удержать никто и ничто не в силах. Четвертый этаж, без лифта подъезд и арка. Экипаж какой-то известной марки. Полгода в пути, вокзалы, аэропорты. Но не взаперти, и память все так же стерта. Что за спиной азарт и ни тени страха? Ведь мир же цветной, есть охоть чему и ахать. Ей запах дорог приятен на вкус и ярок. Оставлен порог, и все, что грядет, подарок. Бумажным напишет письмо, кто ищет сестра и брат.